Всем привет! В сегодняшнем видео хотелось бы упомянуть об одном изменении с обновлением на HyperOS на наших телефонах. Казалось, что ничего нового придумать нельзя, и большинство настроек телефона нам уже известны. Я тоже так думала до момента, пока не заметила одну интересную особенность на нашем телефоне. Поэтому досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. После обновления телефона до Android 14 HyperOS я обратила внимание на то, что кэш приложений стал восприниматься системой по-иному. Говоря максимально просто, в Android 13 и более до этого версиях на телефонах кэшированные файлы каждого приложения были его частью. А в Android 14 получается система может объединять и дефрагментировать кэш целым, вне зависимости от того, к какому приложению он принадлежит. Поэтому в чем плюс для обычных пользователей? Вместо сложных ответов посмотрите, пожалуйста, внимательно на результат двух тестов. Также на канале UltraHappy вы дополнительно для себя сможете скачивать тут лучшие премиум приложения без рекламы, со всеми оплаченными функциями, чтобы не мучиться с рекламой, так как с каждым годом она еще больше и больше внедряется в нашу жизнь и в любые приложения. Поэтому пользуйтесь здесь приложениями полностью без рекламы. И смотрим насчет этих двух тестов. На моем телефоне получается разница очевидна, хотя тест производительности не показывает всей картины улучшений, которая кроется в скорости открытия приложений и работе с ним. Но телефон стал работать намного быстрее, это факт. Даже несмотря на то, что назвать мой Xiaomi 12 Lite игровым точно нельзя. Наверняка вы думаете, что такое ускорение работы потребует установки приложений, разблокировки загрузчика и остальных сложных штук. Но нет. Google просто забыли включить одну скрытую настройку, которая позволяет в одно нажатие улучшить работу Android нашего телефона. Поэтому в настройках телефона откройте меню о телефоне и несколько раз нажмите на версию вашей системы, чтобы активировать пункт для разработчиков. После этого откройте в расширенных настройках меню для разработчиков и практически в самом низу страницы найдите настройку, называется «Оптимизация кэша приложений», и включите ее. Позже перезагрузите обязательно свой телефон и подключите его к зарядке на срок не менее 2 часов. И за время, пока телефон заряжается, система оптимизирует весь кэш всех установленных приложений, и Android станет работать намного быстрее. Помимо этого, в меню для разработчиков Android 14 есть еще несколько полезных настроек, так что не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать самое интересное. Всем желаю отличного дня, пока!